Клетки класса люкс вместо номеров с мебелью. Для самых требовательных гостей – дрессировки и индивидуальное питание. В Чебоксарах на Канашском шоссе заработал необычный отель. Останавливаются здесь не люди, а животные. Четвероногих друзей здесь готовы обслуживать по высшему разряду. Подробности у Дмитрия Ковалева. Ну куда ж тебя отдать? С кем тебя оставить? Хозяева собак, которые уезжают в отпуск или в командировку, постоянно сталкиваются с проблемой. Дома такого питомца без присмотра точно не оставишь. Зато теперь их можно привезти в самый настоящий док-отель. Если бы звезды присваивали и подобным отелям, то оценить уровень комфорта в нем можно было бы на все 5 баллов. Площадка для выгула и дрессировок, просторные номера, теплые помещения и трехразовое питание. Одним словом, обслуживание по высшему разряду. Условия просто изумительные. Вот кто бы так относился к людям, люди были все счастливы. Этот док-отель в Чувашии пока единственный. Для любителей собаководов он стал настоящей палочкой-выручалочкой. Здесь уже появились первые постояльцы. Приютить в отеле готовы и немецкую овчарку, и китайского пекинеза. Помогают ухаживать за животными и студенты сельхозакадемии, будущие кинологи. Недавно в зоогостинице побывал Добрыня. Несмотря на такую ласковую кличку, характер у пса довольно капризный. Хозяин признается, боялся, что его питомец доставит немало хлопот. Но все обошлось. Оставлял вот недавно на 3 дня, уезжал в командировку и приехал, был очень спокойный, то есть даже спокойнее, чем сейчас, обращаются, значит, очень хорошо и, можно сказать, даже не хотел уезжать. Приют в док-отеле находят и бездомные собаки. Этих щенят подобрали на улице несколько дней назад. Животных осмотрел ветеринар, сейчас им подыскивают хозяев. Возможно, что поселятся малыши у этих ребят. На экскурсию в отель приехали ученики 4-й гимназии. Восторгу детей не было предела. Я очень хочу завести домашнего питомца, собаку, потому что собак самый преданный, и этот самый преданный питомец. Мне эта собачка очень понравилась. Я хочу, чтобы мне ее подарили на день рождения. То, что сюда можно сдавать животных, а потом кто-то и добрые руки, добрые люди возьмут этих животных, это очень хорошо. Не нужно сразу вести к уничтожению таких собак, потому что многим нужны животные, это друг, это общение. В док-отеле рады не только собакам. Приютить здесь готовы кошек, кроликов, хомяков. На днях сюда привезли раненую ворону. Сейчас птицу выхаживают и скоро отпустят на волю. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.